услышанного. После того, что мы сегодня проделали, услышали, те знания, которые мы получили, как вы возбудили интерес, я бы вот хотела вас, девушки, чего вы после сегодня услышанного, чего вы бы хотели положить себе в корзину, если бы у вас была такая возможность положить себе в корзину? Пожалуйста, музыка. Да, можно музыку, медленно, не спеша. Что бы вы хотели вот иметь в своей корзинке? Покупка в магазине. Покупка в магазине. Вам позволено все. Это маловато. Что так вот мало, да? Членов моей семьи, такие, ну, чтобы я была красивой, молодой и полной энергии. Руфа Борисовна, я поняла, я вам проведу дома мастер-класс с нашей косметикой. Я поняла, обещаю. Обещаю, я лично к вам приеду, и это мы проведем. И вы сами увидите работу нашего продукта, потому что я обратила внимание, что вы взяли. Ребята, спасибо вам большое. Теперь верните все назад. А кто хочет вот ощущать вот такие моменты в жизни, когда вы заходите в наш супермаркет и вы берете все, что вы хотите, а не то, что вы можете себе позволить? Только честно, кто действительно этого хочет?